поздравляю с Днем Победы. Пусть над нашими головами будет чистое и ясное небо. Пусть в нашей стране будет мир. И наши дети никогда не узнали войны. Сегодня замечательный день, День Победы в Великой Отечественной войне. И я хочу всех поздравить с тем, что мы живем в мирное время и можем спокойно жить и не переживать о тех трудностях, которые могли бы быть, если бы не было этого дня всего лишь 75 лет назад. Не прошла еще человеческая жизнь, и слава Богу, что мы все это помним. Мистика 9 мая состоит в том, что победил именно дух, а не машины, финансы или технологии. СССР по всем параметрам и показателям должен был проиграть. Дотошные немцы просчитали все, все стратегические, технологические, все человеческие ресурсы. И если бы все эти данные поместить в какой-нибудь супермощный компьютер, он бы для СССР выдал неутешительный прогноз. Полгода, максимум год, и СССР бы пал, и не было бы русского народа. Потому что немцы не учли одного. Они не учли дух воинов. Они не учли дух тех, кто 24 часа в сутки работал в тылу. Именно сегодня, в этот важный день, хотелось бы от всей души поблагодарить ветеранов, коих осталось совсем немного, за тот великий подвиг, который они совершили. Без этих людей нельзя было бы представить нынешнюю мирную и процветающую Россию. И сегодня враг это понял. И все атаки сегодня идут именно на дух. Дух — это нематериальное. Дух нельзя купить, продать, его нельзя уничтожить. И сегодня СМИ, культура, образование именно хотят подорвать веру в дух. Потеряем веру в дух, потеряем веру в себя, потеряем веру в самое высшее. И сегодня я хочу предложить нам, чтобы мы верили в духовное, верили в силу русского народа и помнили, что мы победили всех и победим всех. Вторая мировая война преподала всему человечеству страшный урок. И наша задача нынешнего поколения – никогда не допускать войны и ошибок прошлого. Дорогие друзья, поздравляю всех с Великой Победой. Всем желаю счастья, здоровья, чтобы мы помнили эту все дату великую. Спасибо нашим прадедам, кто воевал. Мы их не забыли, всех помним. Счастья всем. Всех-всех я поздравляю вас с 9 мая, с этим праздником Победы и с мирным небом над головой. Это очень ценно в наше время. Цените близких, друзей. Общайтесь, проводите время с ними. Будьте здоровы. С Днем Победы! Желаю солнечного, мирного неба над вашими головами и крепкого здоровья. С праздником Победы! Желаю вам счастья, здоровья, успеха, чтобы ваши родные никогда не знали того, что прошли вы. Мы благодарим вам за то, что мы сейчас живем в мирное время. Спасибо вам, дорогие! С Днем Победы! Пусть идут все беды. Желаю мира вечного и счастья бесконечного. Спасибо!